В середине июля еще рано выкапывать лук, но поухаживать за ним в последний раз будет очень кстати. Последняя подкормка делается для того, чтобы лук был вкуснее и чтобы головки налились максимально крупными. Подкормка поможет улучшить свойства лука на хранении и всю зиму держать здоровые головки в погребе. Так как лук выкапывается в начале августа, за 10 дней нужно полностью прекратить полив, поэтому последнюю подкормку я всегда делаю в середине или во второй половине июля. Азотные удобрения вносить уже бессмысленно, так как вместо больших репок можно получить зеленые и огромные перья, поэтому вносим калий и фосфор. Прежде всего надо просыпать землю вокруг лука золой и обильно полить чистой поливной водой по разрыхленной почве. Через несколько дней, когда грядка с луком подсохнет, я буду готовить то самое финальное удобрение, которое поможет мне собрать шикарный урожай. Удобрение готовится за день до полива, поскольку все вещества должны полностью раствориться и отдать воде свои полезные свойства. Наливаем воды в ведро и за день до внесения удобрения добавляем по 1 столовой ложке суперфосфата и сернистого калия. Раствор необходимо максимально тщательно перемешать и оставить на целый день. Чтобы удобрение полностью растворилось, необходимо либо почаще перемешивать раствор, либо же использовать теплую воду. А на следующее утро просто прольем ведро воды на луковые грядки, и будет нам шикарная головка лука через 2 недели.